Сегодня 23 ноября. Театр «Апарте» едет на гастроли в Ялту. Театр «Апарте» покоряет вершины Калиида. Вот. Супер! Я всегда так хожу, каждый день. Прохожу 2-3 раза таких пути. Гостеприимного дома творчества Токмакова. Нас встречают хозяева, режиссер театра «Антре» Елена Бондаренко и участник театра «Антре», который уже на сцене 25 лет, Геннадий Федорович. И мы очень остались довольны. То есть, как бы, прием был отличный, мы очень все рады. И ждем театр «Антре» к нам с ответным визитом. Ура! 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 Ура!